Добрый день. Сегодня передача «Шаг». И мы говорим о том, что сделал Иисус Христос в жизни человека. Писание говорит о том, что для этого и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. То есть дела дьявола, они были направлены на то, чтобы разрушить жизнь человека, чтобы украсть, убить и в конце концов его погубить, вести его в ад. Но явился Сын Божий, Он пришел. Он пришел к человеку для того, чтобы дать ему жизнь и жизнь с избытком. И сегодня с нами вместе в передаче Володя, который пережил дела Иисуса Христа, насколько сильно он коснулся жизни. И я хочу сегодня просто, чтобы ты рассказал о том, как это все произошло, как Господь освободил тебя и что на нынешний день есть в твоей жизни. История моя, наверное, она, как и многие, начиналась с самого детства. Да? Я родился в обыкновенной семье, отец и мать, они были простыми рабочими. Мама работала на заводе, отец работал, и сколько могли, они в меня вкладывали, сеяли. Да? Я верю, что они желали, чтобы, как любой родитель желает, чтобы их дети выросли какими-то одаренными детьми, приносили им радость какую-то, были полезными обществу, чтобы они ими гордились, да, и сколько могли, они в меня вкладывали вот этих желаний, своей любви, наставляя меня на начале пути моего, так сказать, юности, чтобы я учился, получал какое-то образование, чтобы не общался в плохих компаниях, но жизнь, она иногда играет с нами злую шутку, и мы, как дети, всегда обычно такие непослушные, гордые, бунтари. Я всегда считал еще в детстве, что я сам понимаю, как мне нужно жить, какой путь мне избирать, да, что я вижу, что вокруг происходит, и что для меня лучше, я сам могу выбрать. Проходит, конечно, время, со временем ты вспоминаешь слова родителей, да, их наставления, и ты понимаешь, что они были вправо. Да, и в то время мне не хватало мудрости, вот этой принятия их слова, слова назидания. Но со временем ты понимаешь, что все-таки Бог через них работает. Бог, как любящий отец, он вкладывает в слова и в сердца родителей ту заботу, то направление, в котором бы он хотел видеть тебя, то будущее. Он направляет через родителей, через их слова. И я потом только это осознал со временем. И благодарен вообще Богу и родителям, что они все-таки старались меня направить на путь истинный. Но рос я в школе, учился, как и все, да, хулиганил, да, не скажу, что я был идеальным учеником, средняя у меня была успеваемость в школе, постоянные замечания, постоянное вызывание родителей в школу, да, прогул уроков, обманывал родителей, обманывал учителей, почему я прогуливал, придумывал различные истории, такие хитрые всякие, да, и... Но время шло, и я все-таки больше мне нравилось проводить время не за учебой, а на улице. Больше в общении с друзьями, с подростками моего возраста, ровесников. Начал заниматься спортом, занимался спортом с юности в школе, профессионально, как бы боксом, да, и считал, что этот вид спорта, он меня будет созидать как мужчину, как человека, принесет мне в будущем какие-то, не знаю, пользу, да, я смогу, пользуясь тем, что я там приобрету, как-то прорваться и получить в своей жизни какой-то, не знаю, статус, уважение. Но все, чему я там учился, это просто из меня делали, можно сказать, может, машину, да, как бы люди, которые занимаются физическим спортом, боксом, да, моральные какие-то качества особо и не вкладывались там. В основном это выносливость, сила, да, и единственный акцент – это результат на победу. Были победы. Были победы, и неоднократные сначала, я когда пришел заниматься этим спортом, и первые мои бои я проиграл 2 боя сразу. Вышел, да, я потому что занимался очень мало тогда, и тренер оставил меня в спортзале и не выпускал ни на какие соревнования где-то в течение полугода. Я просто, он меня держал в зале, я занимался, он меня гонял, и через полгода потом только выпустил меня на первые соревнования, на которых, в принципе, я одержал свою уже первую победу и в оконцовке пошел в этом направлении как бы дальше. И, конечно, спорт и та сила, и то, что в меня вкладывалось, оно меня привлекало, да, потому что люди, смотря на меня, мои сверстники, подростки, они начинали меня уважать, да. Где-то, может быть, появилось это первое качество зарождения гордости, что я вот имею какую-то силу, да, я могу постоять за себя сильнее даже с некоторых людей, которые старше меня были возрастом. Ну, и это
тоже как бы сыграл вот такую злую шутку в будущем со мной, потому что тогда я не мог определить, что у меня уже сеются первые зерна неправильные, да, и я их принял, и те ростки, они в будущем потом выросли, принеся, конечно, вот только разрушение, ничего не созидая. Пришло время, когда Советский Союз начал распадаться. У нас были эти 90-е годы, концы 90-х годов. И многие мои сверстники, они просто посвятили свою жизнь тому, что был разгул в стране, не было контроля, полиция, немножко была расслабленная система в своем роде. И мы начали просто воровать. Воровать свою жизнь я как бы силы направил в то, что просто зарабатывать деньги. Хотелось красивой жизни. Открылось, так сказать, это окно в Европу, показалось эти краски, это разнообразие, это изобилие, это деньги, это вседозволенность и всеразрешенность. И нам, соответственно, хотелось всего этого, все подпробовать, потому что все это хлынуло очень, очень быстро и так, и очень активно. Да? И это первые кооперативные ларьки, поездки в Польшу, различные другие моменты. Мы же, соответственно, используя, так сказать, свое, как сказать, не знаю, дар, талант, что Бог вложил, мы использовали его не по назначению. Мы стали изобретательными на зло, творя беззаконие, просто воруя, обманывая людей и тем самым пытаясь как-то заработать себе деньги и, опять же, какой-то статус в этом мире, показать, что мы что-то достойны и можем быть кем-то. Ну, это, в принципе, природа человека, потому что, да, например, что есть в мире? Да. Это похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. 100%. Понимаешь это потом со временем, когда открываешь Писание и начинаешь читать, и понимаешь, что ничего нового дьявол не придумал. Это давно было изложено в Святом Писании. Эти принципы, эти основы, заложенные фундаменты, на чем жиждется весь мир, к чему он стремится. Да? И тогда я просто этого не понимал. Не было у меня учителей, не было тех наставников, которые могли бы меня направить. Те, которые мне объясняли, что это плохо или зло, я, конечно, их не слушал, но внутри я понимал, что я приношу людям зло, и многих разочаровал, особенно вот родителей, потому что они не хотели видеть во мне одного человека, а мне кажется, они со временем просто понимали, в кого я начинаю превращаться и что из меня вырастает. Прошло время, 18 лет, я первый раз сел в тюрьму за вооруженное разбойное нападение. Это была такая статья на 4 года. Тогда я уже, у меня была девушка, я жил с девушкой, и у меня родилась дочка, да, уже в 17 лет я стал отцом. И первый раз я вот попал тогда в тюрьму, отсидел 4 года, вышел, уже моей дочке было 6 лет. Хотя в тюрьме сидел, тоже размышлял, думал, чем буду заниматься в будущем, и опять же в глубине, в сердце хотел жить просто нормальной жизнью, спокойной, не прячась ни от кого, никому не должен, чтобы был, и не убегая, просто наслаждаться жизнью, иметь подругу жизни, то бишь жену, да, детей, работать где-то. Но когда я вышел, я, опять же, соприкоснулся с реальностью, увидел этот мир другой немного, потому что время очень быстро поменялось, поменялись ценности, опять поменялась денежная единица, валюта. Были тогда, я помню, садился еще репшики, вышел уже латы. Все то, что у нас только начинало появляться, стало вообще все это в изобилии. Первый раз в тюрьме попробовал наркотики, начал употреблять, курить, различные психотропные вещества. И когда вышел, опять же, соответственно, захотелось, так сказать, надышаться этой свободой. Попробовать все, все, что этот мир предлагал, окунуться во все это, как бы насладиться жизнью. А для этого необходимы финансы. Опять же, деньги, за все отвечает серебро, и а где его взять? Трудиться, идти просто куда-то на завод, никогда мне эта идея как-то с детства не прельщала, хотя мне ее родители прививали, да, и учителя в школе, и сама система учила нас трудиться, но, может быть, в связи с моим характером таким, которым я был бунтовской, такой постоянно революционный, я не слушал никогда, отрицал все это, я наблюдал за родителями, и меня как-то не вдохновляла та мысль о том, что я буду просто работать на заводе и приходить домой, работать на заводе и приходить домой. И так проведу всю жизнь. Моя философия была другая. Попробуйте взять от жизни все, что она предлагает. Все удовольствия, неважно, греховные, неправильные, неправильные, тогда я это не распределял. И, соответственно, конечно, я пошел именно в этом направлении. Опять же, связался со старыми друзьями. Старая компания, опять начали воровать.
добывать деньги неправильным путем. Это опять же наркотики, дискотеки и всякое. То, что это предлагает, соответственно, эта жизнь. И в моей жизни появились наркотики, которые намного тяжелее того были, что я начал изначально употреблять. Это марихуана и алкоголь. Хотя я когда занимался еще спортом, когда я видел наркоманов, я их искренне в душе ненавидел, презирал даже. Я никогда думал, что я не стану таким человеком, не опущусь до такого уровня, что стану вот именно наркоманом. Но как вот в Библии есть, в книге Иова написано, чего я больше всего боялся, то меня и постигло. Да. И незаметно я начал употреблять наркотики, психотропные именно. Да. И это опять же дискотеки, розовая жизнь, девушки, хорошие компании, это развлечения какие-то. Это такие розовые очки, которые ты одеваешь, изначально ты смотришь на мир другими глазами, но потом приходит все-таки реальность. У наркотика тоже есть две стороны, как бы стороны медали. Это одно, то, что предлагает он сам, это удовлетворение, мимолетное такое, вдохновение какое-то, не знаю, полет такой, легкость какая-то. Ну и обратная сторона медали, о чем дьявол никогда не рассказывает. Это разрушенное здоровье, убитое, отношения с близкими и родными. Психологически различные такие депрессионные состояния, в котором ты находишь после употребления, так называемые отходы и ломки. Ну, об этом мало кто предупреждает и говорит. Обычно, когда люди попадаются в твоей жизни, предлагая тебе употребить что-то, они рассказывают о хорошей стороне, так если можно сказать в кавычках, этого наркотика, кайфа, да, так его называемого. А о последствиях мало кто обычно рассказывает. Главное, чтобы человек стал зависим. Да. И получается, кто кем побежден, тот тому и раб. 100%. 100%. Да. И сначала я думал, что я сильный человек вообще по жизни, потому что, пройдя тюрьму неоднократно, я сидел где-то 2 раза, да, у меня около 6 лет отсиженных, 5 судимостей, да, были. И я считал, что я сильный на самом деле человек, и я смогу сам самостоятельно справиться с этой зависимостью. На то время для меня это было просто как-то как баловство такое. Просто времяпрепровождение, все нравилось, все красиво. Хорошие компании, да, опять же говорю, отдых, все позволено, все дозволительно. И проходило какое-то время определенное, и я думал, что это просто игра на самом деле. Потом я начал употреблять наркотики внутривенно, то бишь колодца, да, и я тогда тоже как бы не совсем испугался этого состояния. Скажем так, для меня это был очередной шаг какого-то эксперимента нового уровня, где я могу что-то получить больше удовлетворения, больше эмоциональной волны какой-то внутренней вот этого. Это продолжалось, в принципе, около 10 лет, наверное. Я даже умудрялся и работать, зарабатывать деньги, и ездить куда-то. Мы работали и в России, и здесь в Латвии официально работал на заводах, на предприятиях, фирмах. И в это время я умудрялся употреблять наркотики постоянно. В принципе, моя жизнь перешла потом в то, что я зарабатывал, то я и все тратил на это. Все равно получается, Володя, что ты был под маской. Тебе все равно надо было быть игроком, ты всегда играл роль. Да, это всегда тяжело. Был таким, скажем, да, актером, потому что я в семье и даже живя с одной девушкой, я умудрялся врать, что я нормальный человек, я ничего не употребляю. Как бы у меня было такие 2 стандарта, 2 жизни, да. Одна моя настоящая, которую я искренне хотел спрятать и скрыть, но где-то в глубине она мне нравилась, это состояние, пребывать в этом состоянии. И вторая – это та реальность, которую я хотел сказать, что я нормальный человек, я такой, как все общество, да, и долго я так с этим жил, скажем так, но пришло какое-то время, когда пришлось все-таки признаться себе, что ты зависимый человек, ты наркоман. Ты не можешь от этого отказаться, потому что все твои мысли, все твои желания, как ты только просыпаешься, они направлены только в одну точку. Где достать наркотики, чтобы опять уколоться, потому что долго употребляя различные вещества психотропные, в каком бы виде ты их не употреблял, ты понимаешь, что ты зависимый, ты не сможешь просто двигаться уже без них. Я стал растением, на самом деле. Я не мог просто встать, пойти что-то делать физически, пока не уколюсь. Мне это было необходимо, чтобы просто двигаться. Я вот тогда пришел к осознанию, что я все, я зависимый человек. Но все равно в этом состоянии я оставался жить. Я начал очень сильно деградировать как бы внутри и этически. Переступил через многие дозволенные моменты, которые, когда мир говорит, что это не... Так делать нельзя, да, это очень плохо.
Я начал обманывать уже и близких, родных обкрадывать, да, и маму обкрадывал, да, воровал из дома деньги, золото. Пришел даже до такого, да, состояния. Хотя после этого, когда я, ну, оставался самим собой наедине, внутри меня что-то обличало и говорило, что это неправильно. Ну, и я реально понимал, что я творю зло, беззаконие, и, ну, ничего с этим поделать не мог. Я понимал, что моих сил физических просто уже нету, сказать этому нет. Я понял, что я стал рабом, рабом того, что вот жило во мне. И мне нужно было это каждый день, каждый день. Пришло даже до такого состояния, что я начал жить на огородах. Жил на огороде какое-то время, я думал, что это мне поможет, я спрячусь от реальности, от мира, от близких, от знакомых, чтобы меня не видели в том состоянии, в котором я находился. Да? И я находился там и, опять же, воровал, доставал деньги для того, чтобы укололся. И один раз, оставшись наедине с самим собой, там валяясь на огороде, я как-то лежал и размышлял о том, вспоминая свое детство, свое прошлое, да, свои мечты, о чем я мечтал в школе, какие у меня были желания, кем я хотел бы стать, кем бы я хотел вырасти, на кого выучиться. У меня были мечты, чтобы быть скалолазом, там, как у всех, космонавтом. Да, там, мечтал иметь свой дом, да, иметь свою яхту. Там. Такие простые мирские мечты, но они меня как-то вдохновляли, и я начал анализировать, вспоминать свое прошлое, и потом смотрю вокруг себя, и в кого я превратился, я понимал, что я где-то обманулся. Кто-то меня обманул где-то, и мои мечты – это просто мечты. Это фантазии, не воплотившиеся никто никак в жизни. Не было даже сил напрягаться уже что-то делать, просто спустил все это в свожи и сказал, все. Мое реальное единственное желание было – это просто умереть. В очередной раз, взяв наркотик, я думал, когда-нибудь я уколюсь и просто, ну, отойду, чтобы не переносить больше ни себе страдания, ни родным, ни близким, да, и просто покинуть эту планету, и действительно не видел выхода и не понимал вообще, для чего я живу, смысл вообще моего существования и бытия на этой земле. Думал, вот так вот прожить, ну, как-то глупость как-то. И я все равно как-то в сознании искал, пытался найти какой-то выход из всей этой ситуации сложившейся. Думал пойти, опять же, к друзьям, и не хотели со мной общаться, видя, что, опять же, говорю, превращаюсь в близкие, родные тоже говорят, все, Вова, ты молодец, да, ты выбрал свой путь, давай, шагай, как бы. И я понимал, что внутри какое-то было такое ощущение, что, ну, есть выход. Какой-то выход есть, но не мог понять, где именно. И когда я об этом думал, размышлял, у меня такое в подсознании, такой постоянно какой-то голосок, такой бог такой всплывал. Я такой, как муху назвали, какой бог? Где этот бог? Ну, как он может мне помочь? То есть ты видишь, что это не ты был, все-таки Бог тогда уже Духом Святым да, говорил. Да, я верю, что вот именно он, потому что я искал своим человеческим разумом выходы в этих лабиринтах, куда мне еще можно обратиться за помощью, чтобы выйти из этого состояния. А Володя, а люди верующие встречали тебя на пути? Кто-то тебя звал, там призывал? Сейчас я как бы анализирую, вспоминая свое прошлое, было достаточно много людей в моей жизни, в которыми я пересекался, которые мне рассказывали про Иисуса, про какого-то, потому что первый раз, когда я вышел из тюрьмы, это было мне 23 года, летом я сломал себе шею, неудачно нырнул в Огры, там в озеро, и у меня был перелом позвонков очень такой сильный, один позвонок раздробился, второй выскочил, мне делали операцию, вырезали с ноги кость, заменяли позвонок раздробившийся полностью, вставляли в шею, я был парализованный, не мог двигаться, шевелиться, и врач говорил, что еще чуть-чуть бы и все, и как бы ты остался бы на всю жизнь парализованный. После больницы, я помню, выписался, ходил с таким корсетом большим на полтела, мне надо было полгода его носить. И ехал один раз в автобусе, и смотрю сначала, где шофер стоит с кабины, через весь автобус, тогда были еще такие автобусы и карусы с гармошкой длинные. И автобус был полный, достаточно битком, потому что это было лето, я ехал к себе на район, я живу в Болдырае, жил. А там у нас курортное место, море, да, и много людей туда ездит. И я смотрю, через весь этот автобус простирается какая-то женщина, выдирая голову, выглядывая как-то, кого-то ища, опять ныряя в эту толпу, и там такая всех раздвигает. Я все время смотрел по сторонам, никто на нее не смотрит, не обращает внимания, и она как будто вот на меня устремилась своим взглядом. И тогда я не понимал, но она добежала до меня, протиснулась такая, подбежала, говорит, молодой человек, я хочу вам сказать, что есть Иисус, и он нас очень любит, и вы ему очень дороги. Уже тогда Иисус посылал своих людей. Да, говорит, и если вы, ну,
не остановитесь, то ваша жизнь может плачевно закончиться. Mm-hmm. Она мне дала какую-то бумажку, я помню, пригласительную, говорит, приходите в церковь, вам необходимо, обязательно приходите. Mm-hmm. Но я вышел с остановки, я помню, этот листочек сорвал, выкинул мусорник, все равно пришел домой, сел такой и сижу, а внутри покоя нет. Думаю, чего? Странные вещи происходят какие-то. И mm-hmm. были люди, которые за меня лично молились, да, это были родственники, есть у меня один родственник, сам уверовал, когда я еще сидел в тюрьме, пришел ко мне, свидетельствовал, мне рассказывал об Иисусе, говорит, Володя, тебе необходимо. И я тоже как-то в то время проигнорировал. Но потом я в прошлом, вот в будущем потом, когда уже я узнал, что он все это время за него молился, у него был список такой молитвенный за нескольких людей. И я в этом списке был в последнем. Mm-hmm. Он говорит, так, забил, как бы, и говорит, ну, Господь, ну, вот эти люди, все, да, понятно, а вот с ним что может получиться, я не знаю, говорит, ну, буду молиться за него. Последние будут первыми. Да, да, и, видимо, эти молитвы как бы достучались, да, до небес, до небесной канцелярии, все-таки произошло что-то, да, этот момент покаяния. Потому что я понимаю, что когда я, находясь, говорю, опять же, на огороде, я, ну, не сам додумался до этого 100%. Потому что это вот это слово «Бог», оно не раз как бы в моем сознании так в духе внутри поднималось, потому что я всегда искал какой-то выход, и у меня опять «Бог». Я такой, какой Бог? Такой думаю, где этот Бог опять? Я опять думаю, может быть, туда обратиться, может, уехать за границу, может быть, вообще там в Эстонию собирался уехать, там в монастырь один, просто при монастыре быть и убежать от этого мира. И у меня опять такой «Бог». И я такой думаю, что за мысль такая назойливая? И тогда я первый раз, я помню, я верю 100%, что это была настоящая искренняя молитва. Да. А потом я, когда был уже покаялся, читал Библию, я нашел это слово в Иеремии, 33 глава, по-моему, 3 стих, да, там, «Воззови ко мне, и я тебе отвечу, покажу тебе великое и недоступное, что ты никогда не видел». Это моя была первая молитва, ну, такая настоящая, искренняя, когда я сказал, говорю, Бог, если ты есть, ну, помоги мне, просто я не могу. И где-то через неделю, потому что до этого я, помню, встречался с моей мамой и делился с ней желанием уехать в Эстонию, в монастырь. Mm-hmm. Она тоже видела вообще, что со мной происходит, и я сам скрывал до последнего. Я говорю, мам, я хочу уехать вот в Эстонию туда. Я как-то ей поделился, открылся, об этом рассказал, и через неделю, помню, после этой молитвы мы как-то с ней встретились. Она говорит, сынок, слушай, говорит, есть в Латвии у нас такие вот монастыри. Говорит, зачем тебе куда-то в Эстонию ехать? И дала мне телефон тогда. Телефон, говорит, дам тебе телефон, говорит, батюшке, говорит, встретись с ним, говорит, пообщайся, говорит, если хочешь. И я договорился, позвонил ему, мы в Риге встретились возле Стокмана. Я тогда приехал на эту встречу, ожидал батюшку с бородой, с крестом увидеть, но в оконцовке я увидел просто молодого парня, который низко летя на, по дороге с блестящими глазами, с такими сияющими. Я его сразу из толпы почему-то вот выделил и узнал, потому что все мимо проходящие, это больше какие-то печальные, унылые маски, люди такие загруженные суетой, обыденностью. И тут такой человек сияющий, я думаю, вот, ну точно, батюшка, только думаю, странно, почему он без рясы? И мы сели в кафе, пообщались, он мне рассказал, что он директор революционных центров, и революционного центра тогда он был один тогда, и что он сам из бывших наркоманов прошел реабилитацию и сейчас вот служит, помогает таким же, как и я. Я сначала не сразу ему поверил, думал, что он врет. А хотя, когда со временем больше начал с ним общаться, по-любому некоторые слова на том, какие вещи употребляются среди наркоманов, среди этого нашего, как сказать, уровня, да, я понял, что он все-таки имеет представление об этом и что это такое на самом деле, что он не врет. И я приехал домой, я помню, это была суббота, и он вечером мне позвонил, говорит, если ты согласен, тогда, говорит, завтра давай приезжай на автовокзал, утром в воскресенье мы поедем в реабилитационный центр. Не знаю, почему-то тогда уже было такое сознание, что или я сейчас поеду, или вообще больше никуда не поеду, я так и закончу. Потому что единственный, как бы, мой выход был, и моя жизнь, я видел просто, это или тюрьма, что мне уже тоже надоело, это черная романтика, mm-hmm. или 2 метра просто в землю. Но, а там холодно, сыро, червячки, и меня это пугало. Mm-hmm. Меня пугала эта неизвестность, куда дальше и что дальше. Я как-то внутри чувствовал, что что-то должно быть дальше, продолжение, что это не конец. Ну, не конец этой земной жизни, что-то есть дальше. И меня пугала эта неизвестность на самом деле, где я окажусь, что будет дальше.
Я просто выкинул все свои вещи, которые у меня были, и взял с собой сумку спортивную с вещами, так сказать, как сжег все мосты, никому ничего не говоря, собрался и уехал. Уехал в реабилитационный центр под Елгавой, где сам прошел реабилитацию, покаялся, искренне принял Господа Иисуса Христа, своего Спасителя. Произошла какая-то великая перемена, это произошло, мое рождение второе было в Елгавской церкви. Мы по выходным ездили туда с реабилитационного центра с братьями на служение. Я приехал, помню, на служение, сидел, и там пастор у нас, который проповедовал, он какую-то проповедь вел именно о грехе, о внутреннем состоянии человека, почему так важно принимать Иисуса Христа и какие последствия греха. Я не знаю, я почему-то слушал эту проповедь, и я понимал, что он именно мне это говорит. Смотрит через весь зал, хотя я сидел сзади сам. Думаю, откуда он все это знает? Как будто все про меня. Я думаю, служитель, а может быть, ему рассказали про меня специально. Думаю, ну зачем? И потом только понимаешь, что это Дух Святой тогда уже обличал тебя. И в конце служения он призывал всех на молитву покаяния. И мы вышли к алтарю, к сцене. Там было много человек, я не помню, может быть, человек 8, тогда 9 вышло. И он сказал, что вам нужно будет просто повторить за мной молитву, говорит, и искренне раскаяться во всех грехах, просить прощения у Бога, да, и принять его в свое сердце. И меня это как-то насторожило, потому что я думал, что это все процесс как-то сложнее должен происходить, какие-то заклинания, там, выпаривание каких-то отваров, там, полнолуние. И я еще помню, переспросил, это все, что нужно сделать? Он говорит, да, покайся просто перед Богом, попроси у него прощения. Я говорю, покаяться в чем? Он говорит, в грехах своих. Я говорю, во всех? Он говорит, конечно. Я говорю, ну это долго очень будет, нам не хватит времени. Он говорит, неважно, просто искренне в своем сердце, сожалея о том, что ты сотворил свою жизнь. И я говорю, Бог это услышит. И это я верю, что моя была вот именно искренняя, наверное, молитва, потому что я стоял у алтаря, когда я повторял за ним эти слова, и я не знал, к кому я обращаюсь, и я никогда Бога не видел лично, да, и Бог есть Дух, да, понятно, и я мог, насколько мог, представил его внутри, в своих закрытыми глазами, образ, как его обычно рисуют на иконах, там, на картинах каких-то, седовласого дядю, такого дедушку, который сидит на троне, mm-hmm. в таком большом кресле белом, и я вот его представил и начал рассказывать ему, просить прощения, и не знаю, что произошло тогда, в тот момент самый именно. Mm-hmm. Бог коснулся. 100%. Потом я такое это вот понимать начал, осознавать что-то. Я не помню, я стоял стоя, а потом оказался на коленях. Просто рыдал, плакал, сопливился. И я понимал, что какое-то присутствие такого, что-то какой-то огромной личности, такой здоровой, большой, сильный, могучий, но с той же стороны очень такой нежный, любящий тебя. И он смотрел на меня как... Не знаю, как вот на котенка, которого с оврага достали, такого вот грязного, вонючего, просто и гладил так, знаешь, вот прижимая к себе. И меня это искренне так сокрушило. Просто я не понимал, что происходит. Я вернулся на свое место, где я сидел в церкви, в зале. Сел такой, думаю, что происходит? Рыдаю, плачу, хотя считал, что никогда не умею плакать и не буду плакать, потому что я мужчина. Сам лично много делал зла в жизни, видел много зла, боли, крови, да, и думал, что никогда не научусь этому. Но в тот момент с сердцем что-то произошло, да, и все эти скопившиеся, возможно, слезы за все это время, они просто вырвались. Я один раз остался наедине с самим собой, я говорю, Бог, если ты есть. Я не знаю, говорю, честно, говорю, многие про тебя говорят, о каких-то чудесах, говорю, я хочу вот, тоже увидеть чудо. Если ты есть, подари мне Библию. А у нас тогда в центрах не было Библии, были только Новые Заветы, а я хотел почему-то полное собрание Ветхого и Нового Завета. Это буквально где-то, наверное, за неделю до этого было. Мы приехали в церковь, когда я вот сижу в последнем ряду, весь в соплях, в слезах, весь такой, не знаю, и счастливый, и сокрушенный, и какая-то тяжесть упала, как-то дышать стало легче. Сижу в этом в конце зала, подходит ко мне одна сестра из церкви, я ее потом больше даже и не видел. Может быть, раз, и все, я сколько езжу в эту церковь, я даже не знаю, что с ней. И она мне протягивает и говорит, у тебя, наверное, Библии нету. И протягивает такую всю исписанную, перетертую такую, видишь, такую мне, говорит, Библию эту. Хотя много людей было, и там
выходила на покаяние, именно ко мне подошла такая, протянула мне ее. И для меня это был знак на самом деле. Я говорю, Бог, все, говорю, я понял, я твой. И остался в этом центре, прошел эту реабилитацию. Сложное было мероприятие, скажем так. Сложное в плане того, что я начал встречаться со своим внутренним человеком. Бог мне показывал через Духа Святого, кто я на самом деле, моя суть, внутренность, да. Та настоящая, которую бы хотел видеть Бог, и та, кем я был на самом деле. И эти вот конфликты между мною, настоящим, который меня Бог сотворил, который родился заново, да, и старым моим человеком, постоянно эта борьба была такая, как бы две собаки, черные и белые, постоянно воевали между собой. Это было тяжело на самом деле. Такое было ощущение, как будто я не в теме, я нахожусь со стороны, как наблюдатель, но это меня так сильно касалось все время, постоянно эти сомнения, переживания, вопросы какие-то. То радуешься, то плачешь, то опять ищешь какие-то, то психуешь, то уходишь в депрессию, то хочешь уйти. Нисколько, никогда столько эмоций не переживал в совокупности, как вот в этом реабилитационном центре. Но слава Богу, что Бог дал силы, мудрости, дошел до конца. И в конце реабилитации у меня уже заканчивался срок. Я понимал, что мне нужно выбирать и что-то дальше делать по жизни. И я не знал, чем я хочу заниматься, но было свои представления и видения. Я понимал, что что-то я получил такое сверхъестественное и огромное. Приехал в реп-центр я с одним желанием, чтобы отломаться, грубо говоря, так по нашему языку было, отломаться от наркотиков. Когда мне сказали, что там нельзя курить, думаю, здорово, вообще еще 9 месяцев легкие почищу, почитаю Библию, потому что это единственная книга, которую разрешалось там читать и до сих пор. И в то время, потом, когда я пришел к осознанию, что я получил на самом деле, приехав за одним, то, что я не курю, не пью, не ругаюсь матом, получил свободу от наркотиков и от других видов зависимости, я понял, что это как хвост кометы, как такое. Сам центр, сама основа, то, что я приобрел, это вот это спасение. Спасение было осознание, такая внутренняя четкая убежденность, что я иду на небеса, и что у меня есть отец, и он меня очень любит. И это вот эта радость жизни появилась, какое-то желание жить. И я просыпался, я даже не знал, что меня в будущем ожидает, но такую стопроцентную уверенность внутри, что все будет классно. Вот эта надежда какая-то на будущее, вот это, которую Бог дал надежду вот эту. Хотя раньше просыпался с одной единственной мыслью, зачем вообще проснулся до этого. Ну вообще лучше бы не просыпался бы. И я молился, я помню, вышел на дорогу и говорю, Бог, чем я могу тебя отблагодарить и как я могу быть тебе полезным? Потому что, ну что я могу тебе дать, кроме самого себя и своего сердца любящего? Ну нет у меня ничего, это все твое. И тогда первый раз я услышал такой отчетливый голос от него, верю, что это он был. Он говорит, останься здесь в центре, ну, ты мне нужен здесь, как служитель. И я, скажу честно, долго сопротивлялся, так сказать, перемаливал все это заново, потому что я не очень любитель сельской местности, я больше городской человек, деревня, навоз, грядки, они не совсем меня вдохновляли, но я опять взял, помню, пост, молился, и мне опять говорю, Господи, говорю, где ты меня хочешь видеть, как я могу тебе быть полезным? Он говорит, останься здесь, останься в этом центре. И я все, и меня это сломало. Я понял, что я была бы убежденность такая, что это действительно голос вот этот внутри, это он был от Бога, и мне было страшно, вот, переть против рожна, против Божьей воли, потому что я боялся что-то потерять. Потому что если Бог меня просит, значит, я ему нужен. Если я сказал ему «да», что я свою жизнь посвящаю тебе, то чего я буду уже тут дергаться, знаешь? Я сказал «да». Теперь, Володя, какая цель твоей жизни вот впереди? Что ты видишь? Как ты видишь себя вот прожить эту жизнь? Но цели мои, скажем, есть личные, как на физическом уровне. Я как человек еще до сих пор холостой, соответственно, по-любому хочу себе супругу, как бы жену, которая тоже будет любить Бога безумно, а Христа ради, будет помощницей мне в моем служении, потому что я понимаю, что моя жизнь, в принципе, это она, все она посвящена Богу, и это служение. Служение Богу, служение людям зависимым, да, не знаю на каком уровне и сколько, и как это будет долго продолжаться, но я по-любому понимаю, что сейчас пока то, что я делаю, мне оно нравится и вдохновляет. Есть желание, чтобы это служение развивалось, появлялось еще больше центров с различными другими направлениями, потому что у нас пока, так сказать,
узконаправленная, ну, работа, это наркоманы и алкоголики, да, но мы в будущем желаем, у нас есть желание открывать центра и для женщин зависимых с детьми, потому что есть женщины, у которых есть маленькие дети, и они не могут их никому оставить, потому что система, государство могут их просто забрать, лишить прав, и они потом в будущем их не увидят. Отдельное направление для людей с отклонениями физическими, грубо говоря, инвалидами. Хотим разграничить, опять же, алкоголиков и наркоманов, да, в разные центра сделать, разные направления, чтобы ими занимались отдельные. Для людей, которые только что освобождаются из тюрьмы, тоже очень большая нужда. Люди потерянные для общества, не умеют самостоятельно жить, им надо помогать, нужна адаптация какая-то, определенные шаги, помогание с документами и все остальное. И многое желание для подростков делать отдельные центра. Ну а в будущем, не знаю, я верю, что Бог, если все будет хорошо, хочу стать пастором. Пастором просто быть человеком, который будет вдохновлять людей, нести слово, как это будет. В каком формате, я точно не знаю, но я просто понимаю, что просто вернуться опять же в старую жизнь в виде человека, специалиста или какого-то работника, трудясь для себя и приходя домой, ну, это не то уже, я понял. Мы часто очень много бегаем, суетимся, делая какие-то дела, думаем, что на самом деле мы делаем дела для Бога или служим Богу, да. Я понял один раз, что Богу на самом деле очень важно, и Он хочет просто с нами общаться. Как любящий отец, иметь тесные взаимоотношения с нами. Просто вот это тесное общение. Из этого все, в принципе, и вытекает. Пусть Бог благословит Володя, поможет тебе, и чтобы вот это, то, что ты сказал, оно и стало явью. Пусть Бог благословит. Спасибо.